третья серия всегда считалась спортивным седаном. И в своем седьмом поколении эта машина самая спортивная, самая большая и самая просторная тройка за всю историю. Для сравнения, эта машина сопоставима с размерами с пятой серии начала 2000-х годов. А теперь давайте обратимся к деталям. Третья серия может быть в пяти вариантах дизайна. Базовый, Sportline, Luxury Line, M-Sport и автомобилем Performance. Этот автомобиль имеет прогрессивный дизайн, и частью этого дизайна являются интерпретированные элементы, такие как вырезы в передних фарах и изгиб Хоффмастера, который стал угловатым. Но самое интересное, он больше не имеет рамки. Сзади у автомобиля акцент на горизонтальные линии, которые подчеркивают его ширину, фирменные L-образные фонари, которые сделаны в 3D-дизайне, опциональный спойлер, который идет к пакету M-Sport. Несмотря на свой размер, он добавляет прижимной силы автомобилю. Диски играют огромную роль в дизайне экстерьера, именно поэтому для третьей серии доступны диски размерами от 17 до 19 дюймов. Здесь вы видите 19-дюймовые колеса. Красные суппорта – это новинка, которая стала доступна буквально с прошлого года и доступна на всю линейку моделей BMW. На выбор доступны три варианта фар. Это базовый LED, опциональный LED с расширенным содержанием и самый топовый лазерный, который установлен здесь. Первое, на что обращаешь внимание, когда начинаешь движение, это то, насколько плавный и мягкий автомобиль. И поначалу не понимаешь, откуда вся эта спортивность берется. Но потом вспоминаешь, что по умолчанию включается режим комфорт. Конкретно на этой модели установлены две опции, которые влияют на характеристики вождения. Первая – это вариабельное спортивное рулевое управление, которое изменяет свои характеристики. Вам проще парковаться, вы совершаете меньше движений рулем, ну а на высокой скорости автомобиль более устойчивый и понятный. А адаптивная подвеска M очень сильно влияет на характеристики вождения, благодаря тому, что вы получаете абсолютно разные машины в разных режимах движения. Ну а пока вы двигаетесь в пробке, можно себя немножко развлечь. Поиграть в систему управления жестами, либо поговорить с персональным голосовым ассистентом. Привет, BMW! Привет. Установи температуру водителя на 17 градусов. Ясно. Устанавливаю температуру в зоне водителя на 17 градусов по Цельсию. Для интерьера доступно несколько вариантов отделки. Например, панель можно отделать искусственной кожей Sensatec. Декоративные планки включают в себя дерево, либо алюминий. Кресло можно обить несколькими вариантами – тканью, искусственной кожей, комбинированной обивкой ткань, искусственная кожа, кожей Вернаска, расширенной либо полной кожей Merino Individual. Посадка очень низкая, но тем не менее очень удобная. Спортивное кресло опциональное, имеет множественные электрорегулировки, в том числе и регулировку боковой поддержки. У колен есть подколенная опора. Руль регулируется по вылету, по наклону. Эргономика типичная для современных моделей BMW. Все под рукой, разделено на кластеры. И вы как будто сливаетесь с автомобилем. Трафик растворился, теперь можно проверить режим спорт. Руль наливается усилием, подвеска становится жесткой, а педаль акселератора отзывчивой. И вас буквально вдавливает в кресло. В режиме спорт можно даже немножко похулиганить.
Система X-Drive с ориентацией на заднюю ось позволяет проходить повороты на более высокой скорости. Как охарактеризовать этот автомобиль? Универсальный. Вы один? Прекрасно к вам подойдет эта машина. Вас двое? Еще лучше. Вас семья? Прекрасно. Он может быть комфортабельным, когда нужно. Он может быть спортивным. Машина для каждого. Он доставит вам море удовольствия. Он отвечает всем вашим потребностям. Ему нет равных в классе. И все это по приемлемой цене. Здесь же мы поговорим о самом интересном, о цене. Автомобиль в такой комплектации обойдется вам в 28 миллионов. Но если же вы хотите машину подешевле, попроще, то мы можем вам предложить вариант, который на сегодняшний день стартует от 17 миллионов. Это будет цена за версию 320i с задним приводом. Автомобиль, который будет иметь минимальный набор опций. Подогревы кресел, барктроники, камеру заднего вида. Перед вами в базовом оснащении аналоговый щиток приборов и центральный монитор размером 8 дюймов. За дополнительную плату вы можете установить систему BMW Life Cockpit Plus, которая будет иметь уже полуцифровой щиток и такой же 8-дюймовый центральный монитор, но уже с операционной системой BMW 7.0. Топовый же вариант, какой вы видите здесь, называется BMW Life Cockpit Professional. Он включает в себя цифровой щиток размером 12 дюймов и центральный монитор размером 10 дюймов. За дополнительную плату вы также можете установить проекцию на стекло. Кстати, это самая большая проекция в классе. И у вас получится полноценный цифровой кокпит. Сидеть на заднем кресле очень удобно. Здесь много места для ног, ноги можно вытянуть, над головой тоже просторно. В машине установлен опциональный трехзонный климат-контроль, что означает, что задние пассажиры тоже имеют блок управления. Благодаря опциональной системе сквозной погрузки вы получаете складные спинки в пропорции 40-20-40, подлокотник с подстаканниками и подголовник для центрального пассажира. На спинках передних кресел есть кармашки. Это часть опционального пакета дополнительных приспособлений для размещения вещей, куда еще входят два порта подзарядки гаджетов для задних пассажиров. Друзья, вот такой получился обзор на третью серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях ваши мысли и пожелания. До следующей BMW!